Победитель сегодняшнего дня уже второй для нашей сборной Алина Михайлова. Алина, тоже вопрос. Расскажи, да, о сегодняшнем вот финальном поединке, о целом, о дне, о эмоциях. Вот какую ты можешь черту подвести, результат, что для тебя особенно приятное? Ну, вообще, начало дня прошло не очень. Почему? Ну, я как-то себя плохо чувствую, поэтому как-то и по здоровью плохо, и как-то такое самочувствие было не очень. Потом еще плюс проиграла два боя в группе, тоже начала волноваться. Потом как-то взбодрилась, сказала, что надо, надо. И как бы бой за боем все выигрывала. Ну... Мне кажется, что у тебя не только это вот в целом по дню было, но и в поединках, потому что вот видно, полуфинал как-то разгонялась. В какой-то момент казалось, что фехтуешь даже немного лениво. Ну, просто не было вот той скорости, которую ты обычно показываешь. Но в финале у тебя вот все начало получаться. Это было связано с тем, что ты просто не настраивалась, или как-то просто по самочувствию, или вот с чем? Ну, я бы сказала, что по самочувствию, потому что это правда. Я как-то лениво, и скорость была не та. Ну, и как бы, может быть, в чем-то техничном тоже было не очень. Ну, может быть, я просто эмоционально была готова, что, типа, просто что надо. В финале соперником была Лиза Пусто, и тоже очень грозная кадетка, которая уже много шороху навела на взрослых соревнованиях. Как-то, может быть, боялась, особенно настраивалась на нее, потому что у нее точно была дополнительная мотивация после своих соревнований в кадетском возрасте. Я не боялась, на самом деле. Просто, не знаю, я просто должна была. Я знала, что я выиграю, и настраивала в том, что ей будет трудно со мной, а не мне с ней. Действительно, пришлось трудно. Еще раз поздравляю тебя с победой. Спасибо большое тебе.